Всем привет! Я снова приехал на реку Зай, в том месте, где она впадает в Карабашское водохранилище. Закинул сейчас, как видели, донки. Но обычно я карпа с этими донками жду. На крючки горох ставлю, на пружину забиваю пшеную с перловой кашей. Еще там немного покупное от компании Карпомания там добавил со вкусом укропа. Надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра! Так, что-то дергало здесь. Вот эту вот удочку. Здесь я горох поставил. Ага, вон натягивает даже чуть. Рыбы там еще вроде. Да, вот сейчас ослабило. Надо вытаскивать. Что-то непонятно, есть там, что нет. Вроде есть кто-то, да, подлещик там. Подлещик. А, сейчас не знаю, выдержит, нет, губа его. Вот он, вот такой подлещик попался. Вот первая рыба на сегодня. Вот такая вот. Оп. Стой, стой, стой. Зараза, упал все-таки. А. Поймал я тебя все-таки. Вот так вот. Интересно получилось сейчас. Снасть была закинута на карпа, в принципе. По две горошины специально одел, крупный крючок поставил, но все равно вот такой вот красавец сел вот. Тихо-тихо, вот такой вот, смотрите. Вот он. Тихо, да елки-палки, второй раз уже. Все, поймал, под саком поймал. Сейчас хочу сходить набрать родниковой воды холодной, его в родниковую воду положить, потому что очень жарко. Положу. Воду на рогатину. Так, я специальное место сегодня специально возле родника выбрал, чтобы холодная родниковая вода под рукой была. И воду я сюда тоже положил охладить. Лещи вообще быстро засыпают. Да и сазанчики тоже засыпают быстро. Приготовился на фидер, тоже попробовать порыбачить. Немного опариков у меня тоже есть. Надеюсь, на солнце не сгорю. Сейчас время примерно 3:30 дня. Солнце, по идее, должно быть уже не таким активным. Надеюсь, нормально все будет. Кормушку забиваю, вот фидерную. Сейчас опарика насажу. Закину, посмотрим. Может, плотвичка активная снова стала. Немного не докинул до клипса. Ну ладно, сейчас первый заброс
Посмотрим, что получится вообще. Сейчас надо будет настроиться, сесть так, чтобы и вам тоже поклевку видно было. Как-то вот так вот удилище поставить. Вот вроде кончик видно там, да? Ага. Так, что, поклевка что ли уже есть? Что-то не могу понять. Или это ветер? Ага, есть поклевка, смотрите. Что-то сразу же клюнуло. Возможно, плотвичка активная. Нет, рыбы нет, смотрите. Ну, поклевка была, я видел, прям четкие такие ударчики были. Так, есть поклевка. Ага, есть. Так, что-то неплохое, что ли. Я и подсак не взял вроде. А, я взял здесь, оказывается, подсак. Ну, что-то есть там вроде. Да что такое? Была же поклевка. Что такое? Я парик на месте. Что-то кто-то балуется там. Что такое интересное? О, сейчас до клипса улетело. Как видите, что-то клюет там, вот что не знаю. Вот видите, есть сразу же поклевка, но это же поклевка вот. Плотвичка, по идее, должна быть это. Никого нет. А парик на месте, да что такое? Посмотреть хочу, крючок-то острый, да, он острый. Я парика так проткнул сразу же этим крючком. Так, что-то поклевки какие-то были странные. Вот есть поклевка сейчас снова, вот видите? Вот. Вот же поклевка, вот. Ну это же поклевка же 100%. Вроде что-то сейчас вот сопротивляется. С четвертого раза что-то попалось.
Да, вот есть рыба. А, это плотва вот такая крупная. Смотрите, хорошая, балуется. Вот это кто клюет. То есть вот она снова начала клевать на эту снасть. Вот такая вот плотвичка с четвертого раза. Отлично, можно сейчас ее наловить. Так, как там наш подлещик? Ага, живой, нормальный. Вода прохладная там. Плотвички тоже там неплохо будет. Ну-ка, сейчас попробую закинуть без корма. После нерестовый жор, может, у плотвички начался снова. Вот видите, сразу же поклевка вот есть. Сразу же клюет. В общем, несколько минут сижу, рыбачу на фидерную оснастку, вот на перловку. Поклевывает активно. Плотвичка поклевывает. Может, еще какая-то другая рыба будет попадаться. Пока вот плотвичка только попадается. Только забрасываешь, сразу поклевка есть. Вот. И хорошая такая, не мелкая плотва. Хорошего размера, вот такого, видите. Можно активно ловить. Карповые снасти пока молчат, там лески натянуты еще пока остаются. Ну хорошо то, что плотва клюет, не будет, не скучно сидеть. Будем дубасить плотву, раз она клюет. Заготавливать ее. Потом буду вялить ее в соли. Там у меня дома два ведра полных лежит, и еще буду наполнять. Надо будет уже эту партию вытащить. Там как раз недели три прошло с того момента, как я последний раз туда ложил рыбу. Опарика тоже вот сначала, опарика начал ставить, как только начал рыбачить сейчас на фидерную оснастку. Тоже активно клевала. Думаю, дай перловку поставлю, на перловку тоже хорошо берет. А вот на другой фидер что-то клюнуло. Посмотрим, что там. Сейчас, наверное, на один фидер буду перловку ставить, на другой буду опарика ставить. Вот здесь. Плотвичка хорошая, такая крупная прям. Вон какая попалась. Смотрите. Здесь перловка тоже стояла. Так, здесь тоже вот села. Здесь тоже сидит. Да, здесь тоже есть. И тоже, судя по сопротивлению, такая хорошая плотвичка. Ох, что-то так тяжело идет. Ой-ой-ой, там плотва хорошая, ребята. Плотва прям здоровенная. С ладошку вообще, как карасина огроменная. Вот такая вот, смотрите, во.
Чебачки хорошие. Пока буду немножко закармливать, кормушки наполнять. Может, какая-то другая рыба еще подойдет. Посмотрим сейчас. Такое чавканье стоит, не знаю, вот на камеру слышно, нет? Слышно, как в камышах рыба чавкает, кушает. Караси, скорее всего, крупные там. Кидаю поближе к камышу туда. Пока вот только плотвичка попадается. Ну, тоже неплохо, но если карасик будет попадаться, тоже интересно будет. Сейчас сюда попробую опарика ставить. Посмотрим, какая будет разница. Ну, думаю, то, что разницы не будет. Думаю, тоже плотва будет на опарика сейчас нападать только так. А вот на нижний сейчас. На опарика сейчас. Кто-то на опарика там посигнулся. Ох, какая хорошая плотва, ребята. Ой-ой-ой-ой. Крупная какая. С такой плотвой и карасей не надо. Вообще огроменная. Смотрите, вон, с ладошку. Хороший экземпляр. Как селедка прям. Так, на парика, думаю, смысла нету рыбачить сейчас. Попробую. Вот у меня немножко здесь опарик кусочек остался. Сейчас попробую перловку еще досадить сверху. Оп, здесь поклевка есть. Здесь что-то село на верхней. Сейчас, видимо, на обоих рыба сидит. Здесь есть тоже, да. Поводки сейчас разной длины поставил, но пока разницу не вижу. Одинаково вроде работают. Один у меня оборванный поводок был. А, вот рыба сошла здесь. Один у меня поводок такой укороченный был вот на этой. На этой удочке. Так, вот поклевка есть на эту донку. На нижнюю. Здесь вот, думаю, рыба сидит. И там сразу же поклевка, сразу, видите?
Здесь рыба есть, и там вот сейчас тоже попалась. Да, вот такая вот плотва хорошая. Ой, упала. Плотва шикарная, конечно. Думал поэкспериментировать с опариком, думал, может, что-то другое будет попадаться. Не, плотва также попадается, как видите. Сюда горох смысла нету ставить, здесь крючки маленькие. Да и карп попадется, если он сразу порвет эту снасть. Здесь поводки тонкие, тонкие. Поводки 0,12 здесь. Здесь, думаю, рыба сидит уже на этой оснастке. Да, сопротивляется рыба там. Плотвичка тоже неплохая, такая же. Писали то, что типа на день 2-3 перлоньки. Здесь у меня крючок такой стоит, то что 2 перлоньки, если одену, я жало полностью закрою, и засекаться рыбы не будет. А плотва, в принципе, она так и будет. Вот на 2, на 3, на 4 перловки так и будет она ее грызть. И подойти другой рыбе она, скорее всего, не даст. Ну, другая рыба не успеет просто. Потому что там, ну, судя по поклевкам, там большая численность этой сорожки стоит, плотвы этой. Все камышом заросло. А здесь каждый год так же? Нет, раньше-то я помню, в детстве такого не было сейчас. Плотвичка такая неплохая попадается. Такая с ладошку даже. А ты поплавочную удочку тоже не взял? Не взял в этот раз. Специально ничего не возьму. Так просто. Вон, смотри, какая. Смотри, какая хорошая, крупная. С ладошку. С такой карасей не надо. Нет, с ладошкой вкуснее, чем карась. Карась тоже по-своему. Вон же что. Вкусный, да. Хороший. Она клевала вот так вот, я же говорю, в мае клевала, потом раз пропала, как будто ножом отрезала. На следующий день я приехал, вообще не клюю, ни одной поклевки не видел. Угу. Вот сейчас опять начала клевать. Ну и тогда карп не клевал, когда сорожка клевала. Угу. Тоже вот так я донки ставил с горохом, сидел, я только сорожку ловил, карп вообще ни одного не попадалось. Она, видимо, как-то не этот. Она приходит, он уходит, что ли, как-то не вот так вот получается. А трава, я сейчас сорожку попал, с травой выдернул, вот эту вот, снизу, которая растет. Сейчас сорожку ты поймал? Да, она забагрилась, вся конопатая, блин, выкинул ее. С точками, черные точки? Вся. Бывает редко попадает. Черные точки, это что, это этот? А? Черные точки, это что, это паразиты какие-то? Этот, он не вредный для человека, не опасный, он, короче, как впивается. Как родинки, что ли? Не как родинка, он этот, как его.
ну, как сосальщик впивается. И вот это место, где он у нас же краснеет, кусть, а тоже бывает редко, но бывает. Сорожки в основном, подлещики встречаются. Карася его не видно, он темный. Может, брони пробить не может. Ты записываешь? Да, так, поклевки снимаю. Интересно, вот сейчас она хорошо клюет. Потом она пропадает куда-то, вот зацепилась. Ну, сейчас порвется. Надо будет сейчас, наверное, болотники одеть. Там и рыба была вроде. Я попробую болотники одеть, да тут дойду, нет, интересно. Да, что-то прыгает в этот, выскакивает что-то. Слушай, а там где-то еще он царствует, вот. Просто сорожка. Здесь сосед рядом со мной сидит. У него какая-то поклевка. А посмотрим, что там у него клюнуло. Вот я на дно, кинул. Русло. Сорожка дернула и все. Сорожка? Вот рядом кинул. А, мелочь? Ну да, мелочь там. Вот же прям. Сейчас подальше кинул. А. Что-то карпа пока не видно, да? Так, вот, как видите, есть поклевка. На обе сразу донки клюет. И на верхнюю, и на нижнюю. Судя по загибу, опять хорошая плотвичка там. Тяжеленькая такая. Давай, выходи оттуда. Норовится траву зацепиться. Хорошая плотва прям. Как эти такие, они как пирожки, короче, размером. Прикольные такие. Лещ там до сих пор живой. Показатель того, что вода холодная еще. Рыбе хорошо там. Правильно сделать то, что я с родника воду набрал. То сейчас... Садок бы, если бы я здесь положил, рыба сварилась бы возле берега, я думаю. На второй донке тоже сидит рыба. Вот на этой. И тоже, судя по давлению, сорожка крупная должна быть, если не сошла. Давай выходи, да, хорошая, смотрите, опять очередной хороший экземпляр. Да, рыбалка классная, конечно, вот на сорожку, когда особенно карп капризничает и на рыбалке скучно становится. Вот эта ловля, она очень увлекательная, конечно. Вот верхний, смотрите, верхняя донка опять дергается, думаю, рыба села там. Сейчас посмотрим. И вот это тоже начала дергаться, там тоже рыба села. Так, здесь вот, по ходу дела, нету рыбы, нет. Здесь сошла или сорвалась, или что. А здесь вон как дергает, смотрите. Здесь прям вообще хорошо что-то прям.
И судя по сопротивлению, такая тяжеленькая платочка идет. Да, хороший экземпляр такой тоже. Фу. Снова с ладошку, ребята, вот смотрите его. Отлично. Какая-то рана у нее. Вот здесь вот, видимо, какой-то хищник, может, нападал на нее, видите? Сразу же поклевку, видите? Да, уже рыба села, думаю. Уже сидит, наверное. Даже еще поставить не успел. Уже там что-то есть. Ох, что-то куда-то цепляется, что ли. Сейчас не знаю, рыба там еще или сорвалась уже. Вроде там, да. Да, там она вот тоже снова хорошая. Сейчас даже вторую донку не успеваю закинуть. Тихо, тихо, тихо. Не убегай. Даже кормушки уже не забиваю. Просто смысла нет. Там ее куча, этой рыбы. Я попробую успеть вторую донку закинуть. С таким клевом навряд ли я успею. Разница вот в том, что поводок короткий, сильнее путается, чем длинный. Почему-то. Вот это я заметил. Ну, поклевка есть здесь, на нижней. И та тоже клюет, смотрите. Ох, здесь что-то прям дает. Что там такое интересное? Да, там плотва. Вот это здоровенная вообще, ребята. Огроменная плотва сейчас попалась. Вы просто посмотрите на этот размер. Посмотрите сюда. Сейчас я с ладошкой сравню. Вот, смотрите, какая огроменная. Он как заглотила. Вообще супер. Я еще думал, фидер забрасывать, не забрасывать, думаю, пробовать, не пробовать. Даже не думал, что такой клев сейчас будет плотвы. Бешеный. Вон, смотрите, тоже клюет. Ох, там прям загибает, прям, смотрите. Сейчас это уже закину, потом ту вытаскивать буду.
Ее подсекать не обязательно, она сама, по идее, подсекается. Потому что я жало открытым оставляю, перловинку прямо посередине насаживаю. Поэтому подсекать смысла нету, она. Рыба сама подсекается, по идее. Здесь вроде рыба сидит сейчас. Что-то так хорошо вроде дергало. Да, там она, плотвичка. Там, наверное, тоже сидит, скорее всего, рыба. Клев отличный прям, ребята. Прям бешеный клев плотвы это. Есть там. Можно просто конвейером сейчас работать. Одну закидывать, другую вытаскивать, и там уже рыба будет. Вот, сидит и ждет меня. Тихо, тихо. Не убегай, не улетай. Надо забросить. Потом все остальные дела делать. Здесь вот берег страхует меня. Вот нижняя задергалась. Да, на нижней, наверное, села. Клев отличный вообще. Ух, какая тяжелая прям. О, это тоже здоровенная, ребята, вообще. Вот что-то на нижнюю этот покрупнее берет. Там такая точка может, там где более крупная крутится. Смотрите, какая он с ладошку прям. Там, наверное, тоже уже рыба сидит. Тоже что-то дергается, нет-нет. Думаю, надо верхний вытащить, проверить, посмотреть. Нет, нету рыбы. Сорвалась, видимо. Кругом рыба плескается в камыше. То ли икру метает, то ли она кушает, ходит там.
Вот на верхней есть поклевка, видите? Оп. Думаю, кто-то сел там. Что-то есть вроде. Что-то так давит, хорошая плотва там, да. Есть сорога. С такой, в принципе, с таким клевом другая рыбалка не нужна, по идее. Хорошо клюет. Даже вот перловку можно перекинуть это снова туда. Здесь вот какая-то рыба села, мне кажется. Какая-то плотва, наверное, крупная, что так гнет. Да, хорошая крупная плотва здесь, он очередная. Сразу же поклевка есть, видите, на нижнюю донку. Снова платочка, думаю, сразу же попался. Да, снова хорошая платочка. Сразу же есть поклевка на верхнем, видите? Ага, вот видите, сразу же. Что-то попалось, видно, что-то так дает, хорошая поклевочка, наверное. Да, хорошая плотва, там крупная. Ну, как карась размером, смотрите, какая. Наступил вечер. Погода вообще классная под вечер. Вообще так приятно сейчас сидеть. Но мне нужно уже собираться. Сейчас уже поеду домой. Прождал, в общем, поклевки карпа весь день. Не было. Как вот натянул. Закинул, натянул снасти несколько часов назад. Так они натянутые простояли. Ни одной поклевки не было. На горох. Ну вот единственное то, что в самом начале, как видели, подлещика одного вытащил. Вот это только было. Удалось наловить, пока ждал поклевку карповую. Пол ведра примерно. Плотвичек вот таких вот хороших. Хорошо плотва клевала вообще. Прям бешеный клев плотвы был сегодня.
она активировалась опять. Куда-то пропала, вот я ее несколько недель не видел. Недели три, наверное. В мае вот последний раз хорошо ловил. А сегодня, видите, вот вообще хорошо, отлично клевало. Под вечер вообще красота. Жара спала. Сейчас тенек. Вот, ну, там еще есть солнце, но здесь вот, где я сижу, здесь такой холмик, и он... От него тень падает, и здесь вообще классно сидеть. Надеюсь, было интересно. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео.